сегодня снимаем топ фильмов ужасов. Я запер все двери на 6 замков. Я поменял все лампочки на новые. И я пробки в приборной проверил, все прикрутил, выбить ничего не должно. Вован, ты меня слышал вообще? Вован! Ты что делаешь? Да я, короче, прикупил новые уши, звук офигенный. Хочешь попробовать? Ну а пока Петр тестирует уши на нашем прошлогоднем топе скримеров, который вы можете посмотреть вот тут, поговорим немножко о самой гарнитуре. Во-первых, они беспроводные, так что панически убежать, вырвав их из порта, не получится. Во-вторых, заряд держится 3,5 часа, так что хватит на обе части астрала. В-третьих, они автоматически подключаются к телефону, как только достаются из чехла. А самки с зарядкой рассчитаны на 4 цикла. Помимо этого, наушники-затычки. Так что Петр не услышит, что я вставил ее в видео, еще один незапланированный скример. Проблема только одна. К сожалению, они не могут меня спасти от его криков. Но в остальном все круто, так что можете прикупить себе такие же в магазине Interstep по ссылке в описании. А по промокоду кино еще и получить скидку в 20%. Не зевайте. Ух, ё. Важное замечание, это не топ самых страшных фильмов ужаса, потому что страх – дело очень субъективное. И мы бы всем не смогли угодить, а у нас у самих выборка могла бы быть очень специфической. Мы ориентировались на то, как фильмы принимали зрители или критики, а также на то, какой пласт культуры этот фильм затронул, подвинул, в общем, какой вклад он внес в развитие кинематографа. А также мы долго думали, но все-таки не стали брать комедийные ужастики вроде «Зомби по имени Шона» и «Реальных упырей». И еще думали, квалифицировать ли «Прочь» как фильм ужасов, как хоррор. И не стали, не ждите его. С остальным разберетесь по ходу, а меня зовут Петр, и это топ-10 ужастиков 21 века. Десятое место. Как ни удивительно, этот фильм успел выскочить из века 20-го. Пункт назначения. Замут простой. Главный герой перед полетом в Париж ловит трип и видит, что самолет разобьется и все умрут. Он вместе с 7 друзьями соскакивает с рейса, но смерть не собирается их отпускать. Они начинают умирать один за одним. Кино выигрывает за счет крутого концепта и постоянного саспенса. Что происходит? Как от этого избавиться? Кто умрет следующим? Как умрет следующий? Может быть, все это не так уж и страшно, но спокойно смотреть это в первый раз просто невозможно. Правда, с каждой частью напряжение все ослабевало, так как итог был очевиден, а все действие превращалось скорее в комедию. Но первый пункт назначения заслужил свое место в десятке. Девятый. «Астрал», фильм, буколки которого по праву считаются одними из самых неожиданных и страшных. Правда, сюжет оригинальностью не блещет. Традиционный ребенок, с которым традиционно что-то не в порядке, и отважные, но туповатые родители, которые собираются все исправить. Методы пугания тоже проверенные временем. Все будет летать и разбиваться в неожиданные моменты, камера будет трястись и вылавливать всякую нюх в темных углах, но сбито и собрано это крепко, и это работает, атмосфера в фильме погружает. Смотреть в одиночку ночью это кино... глупость. Плюсом ко всему идет отличная актерская игра Патрика Уилсона и Роуз Бирн. Тот случай, когда в ужастик потратились на качественных звезд. Ну вот продолжения получились уже заметно хуже. Пока вы смотрели отбивку, мы подумали, как мы можем обойтись в этом топе без... Стивена, наше ужасное все Кинга, и поняли, что никак. Поэтому на 8-м месте сразу 3 лучших экранизации автора в 21 веке. «Оно», «1408» и «Мгла». На самом деле, все три фильма не очень страшные. Даже я со своим низким порогом пугливости отсмотрел без пауз на подтирание. Но зато эта троица, в отличие от некоторых других участников этого топа, по крайней мере, обладает отличным сюжетом и крепкими персонажами. В «Оно» группа детей борется против плотоядного клоуна. И это хорошее, слегка страшное развлекательное кино. В «1408» писатель бросает вызов комнате в отеле, в которой умирают все постояльцы. И это отличный мистический триллер. А в «Мгле» на город наползает туман со зловещими тварями внутри, а герои укрываются в супермаркете, пытаясь выжить. И это
средний хоррор, вплоть до легендарного финала, до которого даже сам Стивен Кинг не додумался. Так что, если хотите не крепко испугаться, а заодно еще и посмотреть хорошую историю, то добро пожаловать! А вот на седьмом месте смело можете пугаться. Здесь один из канонических образцов хорроров, снятых на дрожащую камеру, «Репортаж». Кстати, это всего лишь один из двух не голливудских фильмов в топе, поэтому если хотите чего-то экзотического, обратите внимание. «Репортаж» или «Рэк» в оригинале рассказывает про охочую до сенсации журналистку. Она прибывает в дом, в котором произошло что-то странное, чтобы записать видео. И этим она занимается примерно час с небольшим, так как спасатели быстро понимают, что дело неладно, и блокируют все выходы. А обитатели этого жилища не слишком гостеприимны. Много темноты, много криков и тяжелого дыхания, а также очень много дрожащей камеры и скримеров. Смотреть «Репортаж» довольно страшно, если вас не укачивает от вот такой съемки. Но в целом в 2007 году прием мокюментари был еще не замусоленным, а сами авторы стали одними из его популяризаторов. Да и если по-честному, испанцы, наверное, одни из главных поставщиков хороших фильмов ужасов не из США. На шестом месте фильм для тех, кому не хочется чего-то обычного. «Оно следует». Строго говоря, в российской локализации фильм называется «Оно», но так его вообще не отличить от кучи других проектов, поэтому мы будем использовать оригинальное название «Оно следует». 19-летнюю девушку после сексуальной связи начинают мучить видения и ощущения преследования. Не напрасное. «Оно следует» — очень нетипичный фильм ужасов для своего времени. Во-первых, он целиком строится на умной метафоре, которую вам еще предстоит колоть и после просмотра. Во-вторых, он дешевый, но не пытается напугать трясущейся в темноте камерой. Наоборот, операторская работа здесь великолепная для такого бюджета, очень уверенная, красивая и раскрывающая фишки фильма. Например, позади героев кто-то может идти минут 5, и герои могут его не замечать, и ты думаешь, это заблудился актер массовки или это приближается зло? Ну и скримеров тут не очень много. «Оно следует» скорее чаще обманывает. Вы ждете скримера, а его нет. Но, тем не менее, атмосфера фильм компенсирует это с лихвой. Пятое место. Культовый «Звонок». Причем не оригинал 98 года, а ремейк 2002, потому что в наш век вполз именно он. И да, это тот случай, когда Голливуд не всрался, адаптируя азиатский проект. Запишите, таких случаев немного. Кассета «Звонок. 7 дней». Это я так сейчас рассказал сюжет, потому что я не верю, что кто-то реально может его не знать. И, пожалуй, даже не важно, насколько этот фильм страшный, хотя он страшный, насколько в нем логичные герои или крепкий сюжет. Это тот случай, когда Маскульт с таким хайпом разобрал кино на элементы, что не включить его сюда мы просто не имели права. Шутки про 7 дней и про девочку с волосами из телевизора — это уже своеобразная классика жанра, которую породила своя классика своего жанра «Звонок». Кстати, по очередной классике продолжения фильма напрочь не удались. Четвертое сегодня, 28 дней спустя. Второй европейский ужастик в топе, на этот раз английский. По Англии распространяется эпидемия страшного вируса. Любой, кто будет заражен, становится неуправляемым, агрессивным, кровожадным существом. И можно было бы просто сказать, что зомби. Но слишком лихо эти ребята бегают для живых-то мертвецов. Сюжет у фильма вроде бы обычный, бюджет небольшой, но всю эту делянку вытягивает крутейший состав создателей. Режиссер – культовый Дэнни Бойл, который тогда уже был известен и этим фильмом лишь доказал, что он гений. Помимо него тут сценарист Алекс Гарланд, который позже создал «Аннигиляцию» и «Из машины». Ну и, конечно, сумасшедший актерский состав. Киллиан Мерфи и компания отыгрывают на все денежки. Ну и напоследок, наш специалист по опасному кино Макар настаивал на том, что
Сиквел 28 недель спустя лучше во всем. Верите или нет, дело ваше, но отдельные сцены и из оригинала, и из второй части стали настоящей классикой. Так что 28 чего-то там спустя свое место в этом топе точно заслужили. На третьем месте культовый фильм ужасов, который повлиял не только на жанр в 21 веке, но и на всю индустрию. И это паранормальное явление. Сюжет, который вы уже где-то слышали, таков. Семейная пара живет в доме, где творится какая-то хренотень. Они покупают и устанавливают камеру, чтобы записывать то, что происходит в доме ночью. И начинается адок. Паранормальное явление сейчас – это всем глубоко надоевшая франшиза, которая олицетворяет все самые банальные клише жанра. Вот только многие из них этот проект сам и породил. Явление было одним из первых фильмов студии Blumhouse, и оно стало фантастическим успехом. При бюджете в 15 миллионов долларов фильм собрал почти 200, и Blumhouse получил возможность пилить десятки таких же дешевых, но концептуальных ужастиков. Например, вот название их следующих проектов. «Астрал», «Синистер», «Судная ночь», «Сплит», «Подарок», «Прочь». Так что явление точно оставило огромный след в культуре и стало влиятельным образчиком жанра, а также поменяло индустрию в целом. На втором месте «Заклятие», и тут несколько нетипичностей для современных ужастиков. Во-первых, фильмы основаны на реальных событиях и рассказывают о реальных людях. Во-вторых, сиквел «Проклятие» не провалился. Это ужастик с хорошим продолжением. Это вообще законно? Два фильма рассказывают о случаях из практики реальных исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уорренов. В Америке они известны по бестселлерам о собственных похождениях. В обоих фильмах к ним за помощью обращается семья, в которой творится какая-то дичь, и им предстоит, рискуя жизнью, разгрести все это потустороннее дерьмо. В главных ролях Патрик Уилсон, который не успел убежать после съемок «Астрала», и Вера Фармига. Так что за актерку тут можно точно не переживать. Само «Заклятие» пропитано атмосферой ужастиков 80-х и не особо пытается плеснуть кровищи или устроить мокюментари. А секрет прост. Первую часть снимали под PG-13, а получили все равно R. Но решение брать атмосферой уже осталось. Вторую часть писали сразу под R, поэтому она пожестче. И перед первым местом пугающее количество пугающих упоминаний. И первое место – «Пила». Очевидно. Если вы не слышали сюжет, то это, во-первых, странно. Во-вторых, два человека приходят в себя в тесной комнате, оба прикованы за ногу, и обоим, чтобы выбраться, нужно ее отпилить. И, поверьте, это еще далеко не все. Сюжетных поворотов тут уйма. Первая «Пила» стоила чуть больше миллиона долларов, а собрала в прокате 100. Сумасшедший успех обеспечил гениальный прорывной сценарий, который породил целое направление торчер-порн. Ну или, справедливости ради, не породил, но вывел на совершенно новый уровень. А также «Пила» запустила и невероятно успешную франшизу, которая довольно бодро сама все это изгубила, но перед этим заработала огромное количество бабла для продюсеров. Но за промежуток между рождением и смертью «Пила» успела мощно войти в историю персонажем, костюмом для маскарадов, да хоть саундтреком. Yeah.
Ну и помимо этого, «Пила» также открыла миру Джеймса Вана, режиссера, который позже создал «Астрал» и «Заклятие». Так что это тоже существенный вклад. Это был топ ужасов 21 века. Пишите в комментариях, с чем вы не согласны, и пишите, какой была бы ваша десятка. А если совсем согласны, то ставьте лайк. Ну и подписывайтесь на канал, потому что мы обязательно еще поговорим об ужастиках, на Хэллоуин так точно. А помимо этого у нас постоянно выходит опасное кино, которое очень хорошо раскрывает тему. Обязательно смотрите, если почему-то этого не делаете. А пока, пока. Блин, братан, можно уже противоядие? Все, я закончил, у меня уже кровь стынет в жилах, я уже не могу. Все, просто сейчас сдохну. Ну иди, она в соседней комнате. У нас нет ключа от соседней комнаты. Он у тебя в глазнице. Серьезно, что ли? Не, блин, братан, я не полезу в глазницу. Давай придумывай варианты. Я эти фильмы смотрел. Не-не-не-не, давай, открывай. То покончим.